Хурма, морковь, виноград, груши, в общем, все то, что растет на богатой плодородной земле Краснодарского края, теперь можно купить на выставке-продаже лучшие товары рынка России. Фермерское хозяйство «Гуряночка» поздравляет Сергея Посадцев с Новым годом и Рождеством и приглашает приобрести товары отечественного производителя. Мы с полной душой представляем свои продукты краснодарские. Ну, Абхазию тоже можно относить к Краснодарскому краю. Значит, у нас есть хороший орех, крупный, отборный. У нас самые вкусные мандарины, которые не сравнить ни с какими магазинами. Дары Адыгеи, икра Камчатки и даже товары французского стиля. На любой вкус и кошелек выставка-продажа предлагает богатый ассортимент. Зима продолжается, впереди крещенские морозы, а значит, надо одеваться теплее. Специально для модниц индивидуальные предприниматели из Москвы привезли дубленки и шубы производства Испании, Италии и Турции. Новая коллекция, новые модели, молодежная коллекция хорошо представлена. Размеры большие для полных женщин есть в наличии. Поэтому приходите, пожалуйста, у нас хорошие скидки. Как и в прошлый раз, на территории выставки-продажи действует специальная акция 20% скидки на товары для социально незащищенных граждан, инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов труда и боевых действий, многодетных семей. Скидки действуют там, где расклеены особые ценники. Товары на выставке различны. Здесь вы найдете все для здоровья, красоты и хорошего настроения. Большие размеры, маленькие, все очень стильное, модное, обалденное, эксклюзивчики. В маленьких количествах вещи, поэтому пусть приходят, ждем, будем всем рады. Выставка-продажа на улице Дружбы работает до воскресенья с 11 утра до 7 вечера. Татьяна Трушкина, Ирина Самойлова, Алексей Галкин, Феликс Дорохов. День города.